Михаил Михайлович. Да. Ну что, вы ответили на все вопросы. А вы все посоветовали, Александр. А у вас нет желания поздравить телезрителей с наступающим Новым годом? Конечно, есть. Тогда разрешите я поздравлю. Дорогие друзья, мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Это что? С наступающим. Фрумкин, Слава Плесковского, «Ярмарка чудес». Исполняют Александр Ширвиндт и Михаил Державин. Со сказками все дружат, и сказки дружат с каждым. Они необходимы, как солнышко, привет. Кто любит слушать сказки, тому они расскажут о том, что может было, о том, что может было, а может быть и нет. Сказки, сказки, ярмарка чудес. Мир волшебный, разноцветный лес. Крылья сказок тихо-тихо шелестят, значит, в гости к нам они летят. Здорово, что в сказках все сложное и несложное. Конец у них счастливый, недолгая беда. А то, что необычно, и то, что невозможно, обычным и возможным, обычным и возможным становится всегда. Сказки, сказки, ярмарка чудес. Мир волшебный, разноцветный лес. Крылья сказок тихо-тихо шелестят, значит, в гости к нам они летят. Сказки, сказки, ярмарка чудес. Мир волшебный, разноцветный лес. Крылья сказок тихо-тихо шелестят, значит, в гости к нам они летят.